ребята из Кемерово, очень популярные в интернете, высмеяли одного олигарха, и из Москвы в Кемерово прилетела опергруппа, которая вломилась к ним в дом и забрала их технику. Хотя, казалось бы, даже если это какой-то гражданский иск, кто-то недоволен, то на месте это, как правило, проводится опрос, там, посылается какое-то поручение. Хотелось бы, чтобы такие вопиющие случаи, как вот было сейчас в Кемерово, ну, получили какую-то должную оценку, и свобода людей высказываться, вышучивать, критиковать, смеяться и быть гражданами России в полной мере, как им это предоставляет Конституция, была бы гарантирована. Что касается первого, то это вообще безобразие, если там частные дела какие-то, опергруппа приехала, значит, они еще обслуживают правоохранительные органы, обслуживают олигархов каких-то. Надо просто с этим разобраться. Я, поскольку не знаю сути дела, посмотрим обязательно.